Карина представляет новую поилку для колибри, да? Любишь колибри? Да. К нам прилетают колибри, и мы хотим, чтобы у них вдоволь было нектара. Мы купили вот такой вот концентрат нектара. Вот это вот фокус. Карина не обнаружила никаких отверстий, кроме тех, откуда будут пить колибри. Значит, здесь что-то хитренькое. Что ты думаешь? И действительно, вот сверху нет отверстий. Как ты думаешь, в чем тут дело? Итак, колибри будут пить вот из этих отверстий. Мы открутили нашу прекрасную стеклянную колбу. Вот она, наша изумительная стеклянная. И у нас есть вот здесь вот 7 унций чистой воды. Так, и вот это вот наш прекрасный концентрат, да? Да. 3 столовые ложки мы берем и 7 унций воды. Неси столовую ложку. Карина набрала 1 столовую ложку, да, уже без верха, потому что мы выровняли. Высыпай. Вот это вот 3-я ложка. Давай, выкладывай и размешивай нектар. Так, и у нас должно получиться 8 унций, да? То есть на 1 унцию концентрата мы берем 7 унций воды. Ну что, мы теперь должны его перелить. Так. Все. И можно уже